хотела налить себе кофейку, сюда насыпала кружку, ну, естественно, и мимо. Блин. А кофе так нету, там вон чуть-чуть осталось. Думаю, может, соберу сейчас вот это ложкой. Безрукая какая-то. Блин, и тарелки придется перемывать. Блин. Тут пень, тут ступень, а тут ключ. Я водичка. Тут пень, тут ступень. А тут ключевая водица. Водица. Ты что, развалился? Ты что, развалился? Ты что, развалился? Ух, как я ее люблю. Ух. Куда пошла? Бух. Мы сегодня горки с ней делали. Сейчас Аринка уже скоро поедет на дневной сон спать. Да? А я буду собираться в магазин. Магазин пойду. Пойду. Робин Гуд. Робин Гуд. Вот эту дурачку ищи, конечно. Дурачок маленький. Фанит у нас Катя с Ваней. Смотрю я их. Ну, правда, я их не смотрю особо. Раньше смотрела больше, чем сейчас. Сейчас особо не смотрю. Больше как... У меня просто идет все через телефон. Все, на кого я подписана, они по очереди. Новые выпуски. Да? Опять обыграла он этого до конца уже. Вон все кусочки разваливаны. Развалина. Мушка все никак не окатилась еще у нас. Зубка такая. Уложила Аринку спать на дневной сон. А сама потихоньку собираюсь. Жду Лешкину маму, чтобы посидела с Аринкой. И пойду в магазин. У Аринки закончилось творожки. Там 2 штучки осталось. Но сегодня она съест 1, завтра и все. И больше нету. Вот, мне надо купить эти творожки, йогурт, ну, все вот это вот, соки тоже, 1 баночка осталась сока, надо купить, вот, и купить для салатов. Я хотела же сделать 2 салата на Пасху, но Лёшкина мама попросила сделать 1, потому что там, кроме меня, еще будут 3 человека делать салаты, вот. Поэтому надо сделать 1. А сегодня что-то Лёшка позвонил, говорит, мы, скорее всего, на Пасху работаем. Так что, возможно, мы вообще не пойдем никуда к бабушке. Вот, у нас бабушка Лёшкина, это бабушка, Аринкина прабабушка, получается. Она очень верующая женщина, она ходит в церковь, там прислуживает, или служит, я не знаю, как это правильно называется. Вот, и поэтому Пасха – это такой для нее праздник. Вот они каждый год накрывают стол, приезжают родственники, приходят там близкие друзья, знакомые. Вот они сидят все там, ну и мы, естественно, сидим все, отмечаем, так сказать. Вот, поэтому вот так. И все собираются у бабушки. Ой, не знаю, я не люблю ждать. Я не знаю, когда она приедет. Мы до конкретное время не говорили, что она приедет, там вот приедет там в 1-2. Такого у нас не было. Ну, и ждать я не люблю. Вот, а по поводу заставки, которая у меня в начале канала, ну, начало видео и в конце видео, вот это зимнее, я ее больше не буду вставлять, я ее вообще удалю. Потому что уже она не актуальна. Зима уже прошла, снега уже нету. Ну, он есть, но не в таких количествах, как там на видео, поэтому буду что-то снимать другое. Идея есть, но мне для этого нужно хорошее настроение Аринкина. А у Аринки может 5 минут быть хорошее настроение, 15 минут, 20 плохого. Поэтому все нужно подобрать, когда она будет выспавшаяся. Ну и само, естественно, собраться и выглядеть как подобает. Вот. Ну и Лёшка мне нужен, чтобы он мне помог отснять, потому что штатива у меня нормального нету, хорошего пока, чтобы поставить.
и снимать, поэтому мне нужен он. Блин, волосы не высохнут никак. Вот, такие пироги. Ладно, буду дальше собираться. Сейчас попью кофе. А, вчера делала вот эти котлеты с морковкой, вообще обалденно. Там фарш свинина и индейка. Обалденно, я сегодня даже утром позавтракала ими. Вот, кофе пила. Бутерброд делала себе такой. Волосы, блин, лезут до сих пор. Прям клочищами. Это кошмар. Не знаю, что делать. Мне тут посоветовали одну штучку. Я сначала ее опробую. Куплю. Кстати, сегодня... Блин, а там... У нас аптеки нет тут поблизости. Телефон сейчас сядет. Поблизости нет аптеки. Мне нужно в аптеку зайти, чтобы купить эту штучку. Ладно, если я еще не куплю, я, в общем-то, ее в любом случае куплю. Я ее опробую и обязательно вам расскажу про этот рецепт. На всякий случай, в рубрике «На всякий случай». Сейчас скоро, кстати, отсниму новое видео. Так что смотрите. Не забывайте на меня подписываться, а то у меня просмотры нормальные, так хорошо все с просмотрами, а в подписчиках все никак. В подписчиках. Это меня Полинка научила так говорить, подписчиков. В общем, мне нужно, чтобы вы не только меня смотрели, но еще и подписывались. Мне было бы очень приятно. Вот. И если мне просто, когда на меня подписываются больше и больше и больше, мне хочется, у меня какой-то такой сразу настрой такой, снимать что-то нужно интересное. И хочется делать что-то, делать, чтобы было очень интересно. Вот. В общем, все, надо идти, а то уже наболтала я нормально. Как обычно, я люблю. Меня только заведи. Там не остановишь. Все, буду собираться. Всем привет! Большое спасибо, что зашли на мой канал и смотрите мои видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. Вам всего лишь нужно нажать на кнопку подписаться и обязательно нажимайте на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о всех моих новых видео. И еще, если вы смотрите мои видео, то нажимайте пальчик вверх и оставляйте комментарии под видео. Всем спасибо! Весна. Мне так жарко. Ужас. Опехтелилась, блин. Все, я пришла с магазина и купила. Я сейчас вам покажу. У меня три больших пакета. Это кукурузную кашку для Аринки. Давай, вот сюда клади. Для Муси китикет. Два пакета молока для Аринки и для нас. Банку огурцов дешевых взяла мне в салат. Там, без разницы. Так, для Аринки взяла цветную капусту. И для Аринки брокколи. Я так уберу. Потом взяла тоже в салат грибы с шампиньоны. Давай, не надо. Так, еще для Аринки взяла вот такие вот хлебцы, как обычно. Ну, бананы, понятно, не буду показывать. Потом творога много набрала сока разных, вообще всяких разных. Такие котлеты взяла. Потом взяла творожки и птичье молоко. Да. Дальше взяла такую колбасу. Потом взяла всякие десертики разных, тоже много. Майонез. Пачку макарон. Да. Туалетная бумага. Дальше мороженое нам с Сашкой. Это две пиццы. Мы любим Сашку так иногда поесть. А, рулетики такие. Арина, ты смотри, сейчас он мне котлеты раздавила. И воду. В принципе. А, еще сосиски.
В общем, больше ничего не взяла. 3 пакета, еле доперла. Пришлось вызывать такси, но все-таки доперла. Забыла еще купить муки. Яиц не купила, потому что были яйца по 127 рублей. Но я подумала, что это, ну, мне кажется, это дорого, если честно. Поэтому у меня чуть яиц есть. Красить я не буду. Мама моя сказала, привезет уже крашеные. А для салата у меня там штук 5-6-7, может быть, даже есть яйца. Так что все. Я так рада, я люблю ходить по покупкам, за покупками, за продуктами. А больше всего я люблю ходить по шмотке. Но за шмотками пока не получается, пока не похудею, ничего покупать не буду. Хотя столько жрать, конечно, я не похудею. Вкусно? Давайте помогу. Вот тут вкусно. Хрум-хрум? Хрум-хрумыч? Ты хрум-хрумыч? Ты хрум-хрум. Ой! Ой-ой-ой, хрум-хрумыч. Покажи, как ты хрум-хрум. А творожок будешь есть после того, как ты нахрумкалась тут? О-о-о, вот это хрум-хрумыч. Обалдеть. Пока я была в магазине, Арина с бабушкой погуляли. Ну, тоже недолго, около подъезда, потому что гулять невозможно. Везде лужи. Я забыла там купить воду и ходила в наш магазин. И пошла через двор и промокла вся. Там просто невозможно идти. Мне было просто лень идти по кругу, по асфальту. Я решила сократить и пойти по этому. Ну, там, где качели, где мы гуляли раньше с Аринкой. Ну, и будем гулять. Вот. И вся мокрая. Такие вот дела. Лезет, лезет, лезет. Хрум-хрумыч. Вот так. Посмотрите на этого ребенка. Я съела сырок, птичье молоко. Ну, там не сырок, просто птичье молоко. Этикетку положила рядом, чтобы выкинуть. Она взяла ее с наяривой таблицы. Отстань! Что? Я не буду. Я не хочу. О, слюнявая. Спасибо. Я этикетки не ем. Вот если бы там был сырок, я бы употребила бы. А так не хочу. Ай, как вкусно! Ничего не там нету, кроме слюнок твоих. Моя зайка. Я не хочу. Вот ты такая. Ты такая сладкая тут, что ли? Ты такая сладкая. Кстати, я Арину стала переодевать теперь один раз в день. Она стала более аккуратненькой кушать. Да там нет ничего. Ай, ты моя маленькая. Ты что-то хочешь нового? Новые вкусы всякие разные, да, исследовать? О-о. О-о. Вот тебе и о-о. Все, 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 все. Не налетай. Блогер мелкий. Блогерша. Кстати, очень вкусные сырки. Кто любит птичье молоко, покупайте такие. Ну, в Атаке, по крайней мере, они продаются. Я не знаю, во всех городах они продаются или нет, но в нашем Атаке он есть. Ну вот и все, вот такой вот день. Всем пока-пока. Большое спасибо, что смотрите мое видео. И обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.